В рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Юные патриоты России» в Ленинском районе в каждом школьном оздоровительном лагере проходили мероприятия, посвященные празднику Дня России. Это очень замечательное и важное мероприятие для всех детей и взрослых, потому что это воспитывает душу детей, нравственность, любовь к своей родине, к отчизне. И каждый должен понимать, насколько он может внести вклад в развитие своей страны. Праздничное мероприятие, посвященное Дню России, состоялось в Видовской школе номер 7. Здесь собрались ребята из школьных летних оздоровительных лагерей города. Аляпина Маша из летнего оздоровительного лагеря «Прогимназия» открыла праздничный концерт, а ее друзья из этого лагеря под названием «Бригантина» исполнили танец. Патриоты – это те, кто любит свою родину, а наша родина – это Россия. Детско-юношеское движение «Юные патриоты России» направлено и в том числе на развитие гражданственности и патриотизма в подрастающем поколении. Ребята, собравшиеся на праздник в 7-й школе, пели, читали стихи, посвященные нашей отчизне. Потому что этот праздник самый лучший, и День России – праздник нашей страны. Патриот – это кто любит свой дом, свою страну, то есть уважает ее и всякими способами пытается это показать всем. И я тоже люблю свою страну, я тоже патриот, считаю, что я тоже люблю свой дом и свою страну. И так что для меня праздник России – это очень любимый праздник. Мероприятие в 7-й школе, посвященное празднику Дню России, продолжилось интеллектуальной игрой, в которой команды соревновались в знаниях российской истории. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.